Конечно, в этом мире все учатся. Если человек идет неправильным путем, он идет только для того, чтобы понять, что это неправильный путь. В этом мире нет вечного страдания и также вечного наказания. Человек, который наказан, он дальше осознает свои ошибки, меняет свой путь. Есть внешние источники знания, есть внутренние. Внешним источником знания является священное писание, которое объясняет, какой путь. Они все одинаково пишут, надо их изучать. Вторым источником знания внешним являются добрые люди, которые вас любят. Они вам скажут правду про вас, если они действительно вас любят. И третьим источником знания являются святые люди или наставники, которые вам могут дать знания. Внутренний путь означает способность через молитву слышать свое сердце. Там находится Господь в сердце. И если вы чувствуете вдохновение от того, что вы делаете, у вас на сердце становится легко, все обиды на людей прошли, у вас проходит неприязнь к людям, протест против этого мира, то вы на правильном пути. Если увеличиваются обиды, протест, неприязнь и желание как бы спорить, сражаться, то вы на неправильном пути. Но вы на правильном пути. Я вам как старший говорю, у вас сердце спокойствие. Вас было тяжело на сердце полгода назад. Сейчас вам стало легче. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Давайте, вот мужчина там. Да, спасибо. Моят въпрос е свързан с това дали бихте дали малко повече разяснение по тази тема и по какъв начин може да познаваме святия човек, той отвътре, твърдия, мертвия и как изглежда той в този аспект на мисъл. Мисля, че той още не се включи в тази Святой человек, святая женщина становится мягкой изнутри. Когда женщина становится святой, она становится мягкой изнутри и твердой снаружи. А святой мужчина становится твердой изнутри и мягкий снаружи. Но если человек достигает духовной платформы, то он и твердый, и мягкий изнутри и снаружи. Он может быть как нектар и может быть как скала во всех ситуациях жизни. Теперь вам есть о чем подумать. Вот там мужчина сзади поднимает, и еще один мужчина. Добрый вечер. Как вам сегодня на столе? Искам да споделя с цялата зала. Вчера го реших това, и сега не исках да го споделя. Преди 6-7 месеца прекарах такъв много труден период в моя живот. 5 месеца половина нататък преди се запознах с лекциите на господин Турсунов. Благодарение на една много приятел на канал с доктор Насим и Диана Белева. От този момент на
Насам аз промених тотално живота си. Не съм вече нямам особа гитарианца. Благовест, защищайте меня. Което за мен наистина беше много голяма карта. Надо защищать меня. Что-то делать надо. Подарите цветочек. Ну вот человеку, который расскажет. Наистина, не знам как да намеря думи, да благодаря на господин Кусанов. Дори вече стигнах от така ситуация съм, че дори аз препоръчвам някои клипчета от YouTube на мои приятели, приятелки и съветвам какво да слушат и да гледат. Да не се разгонявам да давам време за другите хора. Едно огромно благодаря на господин Кусанов. Благодаря. Через 4 года вы сами начнете читать лекции. Спасибо. Да, да видим, кой лица е изморява. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня мы будем повторять «Я желаю всем счастья» под мусульманскую молитву. Потому что весь мир нуждается в том, чтобы заботиться сейчас о тех, кто в беде. А в беде сейчас люди из мусульманских стран, они умирают, гибнут, и мы должны отдавать им любовь. В этом наша миссия всего мира сейчас заключается. Давайте я просто, ну, чуть-чуть сзади тоже, чтобы, да, вот вы сзади, ага, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Людмила из Кипра есть здесь? Людмила из Кипра. Ее ищут. Хорошо, я расскажу во время лекции. Да, девушка, вы уже подумали, что я вас никогда не спрошу, я поэтому вас спрашиваю. Да. Приятелите ми ме търсят главно за консултации.
да разъяснявам какво виждам на техните карти, дали това е добре. И всеки човек дали трябва да се следва от пътя, който не се трябва да бъде получи карта. А вы знаете, карта является важным аспектом нашей жизни астрологической. Она нужна для того, чтобы понять объем работы, понять, какие препятствия в твоей жизни. Если астролог говорит, что это неизбежность, что-то он говорит неизбежность, то он говорит, что он берет на себя роль Бога. Потому что астрология очень нужна, она нужна для того, чтобы людям дать советы, как им побеждать трудности. По этой причине существуют карты. Но часто астрологи, они говорят людям такие вещи, которые звучат как проклятие. Например, они им говорят, человек, допустим, женат, они говорят, у вас два брака. То есть это означает, что они уже обрекают их на развод. Или, допустим, они им говорят, это уже шутка, я сейчас в виде шутки говорю. Они говорят, осеннее пальто можешь уже не покупать. Так намекают. Понимаете, то есть эти такие астрологи, они очень вредят людям. Но есть астрологи, которые смотрят карту и дают людям знания, как им дальше действовать, предостерегают их от опасности, дают советы, как побеждать эти опасности. Это очень великие люди, я преклоняюсь перед ними. Что касается различий между западной астрологией и восточной, то главное различие заключается в том, что восточная астрология заточена на внутреннюю жизнь человека, а западная — на то, чтобы ему найти в этом мире свое место. Она очень хорошо его, природу, взаимодействие с этим миром разбирает. А восточное взаимодействие с Богом, с такие более глубокие аспекты. Но и та, и другая астрология, они все это охватывают вместе. Но я заметил, что есть такая разница, что западная астрология очень точно попадает в то, что связано с деятельностью человека, с его жизнью. А восточная с его внутренней природы. Все нормально? Вы чем-то обеспокоены? Да. Расскажите мне ваше беспокойство. Прямо на английском. Да, так и есть. Не хотите? Не работайте. Вы можете это делать. Но есть разные способы помогать людям. Например, вы можете просто давать людям знания, не обязательно карту рассчитывать. Это одна и та же природа. У вас природа преподавателя. То есть давать людям знания, заботиться о людях. И вы можете это через карту делать или просто общаясь с людьми. Можете послушать мои лекции и давать им по моим лекциям знания. Я вас благословляю на это. Вам спокойнее стало сейчас? Вам спокойнее стало сейчас? Да. Благодарю. Давайте Ага, вы? Да. А вы говорите по-болгарски, чтобы все понимали? Благодаря вам, что помогнете моему приятелю. И второй вопрос. Предстоит мне много важный сбор в моем животе, избор на профессию. Может ли вы напомните с насадками за направление? Тогда вы должны сказать, какой выбор, между чем и чем. Я знаю, на какую область. На семейную жизнь.
он надоедил. Вы знаете, вам будет везде очень трудно работать, потому что вы очень чувствительный человек. Вы, приходя на работу, на любую, будете чувствовать себя ущемленной, будете плакать там и страдать. У вас есть выход, вы можете работать на дому. Дома, когда вы будете чувствовать себя очень хорошо, комфортно, вы можете работать на дому. Вы красивая девушка, симпатичная. У вас сейчас хороший период для замужества идет. Вам не надо думать о работе. Надо улыбаться молодым людям и желать им счастья в своем сердце. И они будут вас выбирать. У вас уже есть два варианта, да? Так ведь? Два человека уже хотят, нет? Вы не знаете о них, да, еще? Хорошо. Но у вас, я вижу, что уже как кто-то думает о вас уже из молодых людей. Вот, вам надо об этом думать сейчас. А работать, учиться, искать работу на дому. Языки подойдут, можно переводить что-то, делать это, но никогда не считайте работу для себя чем-то сильно важным. Если вы пойдете в эту сторону, вы совсем будете страдать сильно. Вы очень сильна в семейной жизни. Вы будете с детишками заниматься, вам будет это нравиться. Вам легче стало сейчас внутри? Точно? А это ответ на вопрос девушки. Девушка спросила, как определить, правда или нет, где она, эта девушка, которая спросила, как определить, правда или нет. Вот я сейчас вам продемонстрировал, как определить. Она сказала, спасибо, мне легче стало все. Это значит, я ей сказал правду. Становится легче внутри, потому что Господь радуется в сердце тому, что ты отвечаешь. И становится легче, сразу все понятно. Это правда. Она может через старших прийти, такая правда. Или сам человек помолится, ему легче станет, когда он поймет, что правильно в жизни. Я спрашиваю тех, кто сильно волнуется, хочет ответа. Вот женщина. Да? Вот нет, вот на втором ряду. Я бы просто слушала, что наши подсушницы смотрят. И как вы рассказали, какое время я поздно, да? И что вы слушаете? Дайте со смотрят, как вы рассказали, кто должен служить, как служение может быть сегодня, если вы женщина не должна выбирать путь одиночества. Есть два способа быть не одинокой у женщины. И женщины в основном знают только один из двух способов. Первый способ — это любить людей и заботиться о них, о всех, и развиваться духовно. Когда женщина так себя ведет, она становится очень близкой для многих людей, и она перестает быть одинокой. И когда она перестает быть одинокой, тогда она становится, нравится, начинает всем. Потому что нравятся всем только не одинокие женщины. Одинокие никому не нравятся. Поэтому женщина должна раньше стать не одинокой, то есть любить всех вокруг, а потом уже выходить замуж. Таков экзамен. А второе не одиночество — это семейное. Но для того, чтобы вам семейным не одиночеством иметь возможность семейного не одиночества, вы должны простить, попросить прощения, что-то сделать со своим прошлым. У вас есть неправильное наказание за прошлое. Вам надо раскаиваться за то, что было. Вот вы уже сейчас, ваше сердце стало теплее. Когда женщины неправильно разрушают отношения, то сердце становится холодным у женщины. У женщины есть два типа красоты. Один тип красоты заставляет мужчин наслаждаться женским телом, хочет наслаждаться женщиной, это внешняя красота. У женщины есть еще, и женщина может ее как-то настраивать, она ей владеет. Но у женщины есть еще внутренняя красота, она идет из сердца и привязывает мужчину к семейной жизни.
Эту внутреннюю красоту женщина не может ей владеть. Это Бог ей дает тепло из сердца для того, чтобы создавать семью. Это тепло из сердца можно получить, если ты честно все сделала правильно по отношению к тем отношениям, которые уже были. Если ты получила, как бы экзамены сдала по прошлым отношениям, то тогда тепло начинает идти из сердца и создается новая семья. Но если этого не произошло, то тогда женщина может сделать вывод, что может ей вообще одной жить, а может лучше сердцем потрудиться. Если кухня грязная, может быть, мы теперь будем готовить спальной или все-таки помоем кухню, как у нас, какие варианты есть, как правильно решить ситуацию. Когда начнете? Когда начнете мыть кухню? Молодец. Вам надо вспоминать человека и добиваться, чтобы память о нем была светлая. Светлая, как вы его встретили. Когда вы сможете это сделать, когда боль вся пройдет, с этого момента у вас появляется возможность выйти замуж. У вас нет такого, что вы должны всю жизнь жить одна. Просто надо сдать этот экзамен. Прямо сейчас у вас хороший период для того, чтобы выйти замуж, но экзамен пока не сдан. Счастливо. Ага. Вам надо слово же сейчас, да, благовест? Отнемам времето. Но тя е свързана с това, че вероятно има хора в залата, които не са слушали лекции на доктор Турсунов и все още няма представа за какво става въпрос. Има ли в залата хора, които не са слушали лекции на доктор Турсунов? Моля да видя така. Който нищо не е слушал, нищо не знае за доктор Турсунов. Благодаря ви. Много хора ми задавали въпроса и ми благодарих как стана така, че доктор Турсунов дойде в България. Разказвайки на кратко тази история, ще кажа на много души. Благовест, только чуть-чуть по, это, поменьше меня хвалите. Хорошо, я не буду много вас хвалить, просто скажу, те, кто... Ну, мы же всегда сравниваемся, не думаю, что у нас самая крупная проблема вообще во всех сценах. И, ну, мы, наверное, ждем, что все хорошо, но изнутри не совсем уверены. От поэтому в экономике, в бизнесе есть слово «эффективность». Я стараюсь посчитать эффективность... А, извиняюсь. А вы по-русски, он по-русски уже начал. Это результат общения. Он со мной начал общаться и уже забыл болгарский все. Каква е ефективността от всички дейности, от изключителните методи, които собствена разработка на доктор Олег Турсунов. И това също ще бъде контекста на разказа, както е дойде в България. Историята е следната преди 6 години, но уважаваният от нас и от тези хора в България, Юрий Ковачев, е дал информация за доктор Олег Надевич Турсунов на многоуважаемия Яси Николов. Преди 6 години. Преди 5 години господин Яси Николов дава информацията на, за доктор Турсунов на мен. Преди 4 години там ще имаме един семинар на доктор Турсунов в право да в Белгия и съм единствения българин там. Преди 2 години аз стоям пак в Белгия и съм пак единствения българин. Една година назад, преди 11 месеца,
ние заедно с моя приятел Иво, Иво, къде е Иво, който да знася по-много обикновено, когато има въпроси, отиваме в Берхов, в Германия, преди 11 месеца и тогава по време на семинара, като аз започнах да издавам книгите на Върхов персонал в България, сега е момента за реклама, това съм моля купете си. Ако вече сте си купили купете си пак, за да направите подарък на някой, кой е важен, за който има нужда. Миналата година, доста персонал ми зададе въпрос, хубаво, ти издаваш ли книга някой, защото ти говори. И аз му казах, за съжаление, не така както очакваме. И той ми зададе въпрос, а искаш ли аз такова? Аз естествено говорих утвърдително, нали следите изчисляваме ефективността. Преди една година вече сме двама българи и започнахме по-близко общуване и така стана преди 4 месеца, на 8 октомври, ние представяхме в Руския център с част от вас втората книга на законите на щастливия живот в България. И тогава, октомври миналата година, преди 4 месеца, доктор Курсунов беше правил бежен, осъществи термос, поставих заедно с нас. Ние му показахме готова история, той се помисли, че е страшно много, а не е интересна истината на тяхна около 50, може би. И аз както винаги, може би за пети път му задавам въпрос, кога ще дойдете в България. И аз бях много приятно изненадан, когато през ноември, Тогава, я люблю всю Болгарию, и как бы я думаю, что я знаю не всех, кто меня знает. Я теперь уже в этом уверен, и я знаю точно больше 300 человек. Вот, и низко кланяюсь всем, кто пришел сюда. Вы очень добрые, сердечные люди все. Я думал, что все в Болгарии такие, как вы. Но мне сказали, есть другие еще сегодня. Значит, вы, получается, самые лучшие в Болгарии. Ну, как бы, я вот честно говорю, что очень много добрых, ласковых людей, таких смиренных. Там война началась, что ли, что-то происходит? Ребенок с аутизмом, по-моему. А, понятно. Ну ладно. Как вие, доктор Турсунов, естественно, той казва, че мисли, че познава 300 души. Вашето дар на тази на тази вероятно познава поне 500 души. Защото 300 души са тия, които имате дневни билети. Имаме към общо 300 души, които присъстват с еднодневни и дневни билети. И, значи, можем да смятаме вече, че ефективността е дори да развива в математика. И ако проблем въпроса на доктор Турсунов, дали ще дойде пак, вие си помислете дали да му зададем края на лекцията. Аз допускам, че той ако дойде през една година, може само да си гледа да си представя така, колко човек ще познава. Но съм сигурен, че ако дойде през една година и след това ще е една вече на това да така предполага, че човек ще познава лично всеки български граждан. Я очень люблю Болгарию и приеду раньше, чем через год. Я уже подумал, чтобы заменить какие-то поездки, и думаю, что приеду где-то в декабре, наверное. Спасибо. Благодарим му и едно съобщение на синасологите и всеки от вас има една анкета, с която най-общо ви молим да попълните и да дадете обратна връзка за вашето мнение
за семинара, за вашите недоволства или препоръки или пожелания, ще ни помогнете много, ако всеки от вас наистина на излизане в книгата си пусне анкета. Благодаря ви. После всех этих как бы благодарностей, я уже не знаю, как я должен читать лекцию, чтобы оправдать ваши ожидания. Но я буду стараться, чтобы как бы все были счастливы. Последний день также. Итак, мы сегодня должны говорить о победе над внутренними врагами человека, говорить о позитивных настроях. У нас такая тема лекции сегодня. И меня все-таки попросили еще раз сказать о возможности рожать детей, потому что дети — это наше будущее, и возможности рожать, если есть бесплодие у женщин. Я уже говорил об этом на первой лекции, что основная причина бесплодия сейчас — отсутствие контакта с природой. Есть две стихии, это стихия воды и земли, которой сейчас не хватает у женщин. Часто это бывает из-за того, что женщины просто живут в городе, у них нет контакта с землей, с водой. Женщина должна иметь этот контакт, потому что женская природа, она ближе к природе, чем мужская. Женщине очень нужна природа в целом, для того, чтобы нормально функционировал организм. Если, допустим, мужское бесплодие лечится просто, надо больше корешков есть, попить корень женьшеня, то женское бесплодие означает часто нехватка энергии в организме. То есть женщине нужна женская энергия. И мы с вами на первой лекции изучали, как поверить в воду, что надо, вот песни есть специальные, которые настраивают на энергию воды, через звук можно это делать. Можно поверить в природу, то есть гулять по земле. Мы пели, как бы я поставил песню: «На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине». Ну, то есть я рассказывал это не просто для того, чтобы вас развлекать, а это действительно работает. Если женщина будет гулять больше на свежем воздухе, будет контактировать с водой, с землей, то она, в ней гормональные функции начнут восстанавливаться. То же самое делает овощи, которые растут над землей, потому что они имеют природу и воды, и земли одновременно. Такие овощи, как кабачки, патиссоны, тыква, это овощи, дающие женщине гормональную силу. Такой же возможностью обладает молоко. Молочные продукты дают гормональную силу женщине также. Есть такое упражнение, когда человек садится, женщина садится, две ножки вот так складывает, стопки вместе складывает, и коленки раздвигает, и близко-близко к телу. Так вот, это называется поза бабочки. Вот так коленки, вот так стопки. И прямо старается сидеть. Это упражнение, оно улучшает работу гормональной функции всего женского организма. Это упражнение каждая женщина должна делать. А если беременная женщина делает, то еще и рожать легче потом становится. Хотя бы по 20 минут в день так сидеть. Меня спросили, что лучше, брать детей на воспитание или делать ЭКО. И то, и другое нормально. Просто если организм нездоровый, обычно ЭКО не получается. Это обман. Потому что если, допустим, зачатие может получиться, и трубы проходимы, то оно обычно получается и без ЭКО. А если трубы непроходимы, тогда это единственная причина, почему надо это делать. Допустим, обе трубы удалены, вообще может быть такое. Тогда искусственное оплодотворение, то есть берется шприцом яйцеклетка, это операция, оперативное вмешательство, и вводится в матку. Сначала оплодотворяется сперматозоидом, а потом вводится в матку. Это тоже нормально. Главное, чтобы был ребенок. Просто, конечно, это лучше, чем если брать ребенка на воспитание.
И причина заключается в невежестве людей, просто в их необразованности. Потому что Веда объясняет, что ребенок в жизнь семьи может прийти как с помощью рождения, так и снаружи. Это их ребенок родной. Потому что, согласно Ведам, самой родной является женщина, которая воспитывала ребенка, а та, которая дала ему жизнь, она просто на него больше похожа. С ним у нее больше связь. Но если говорить о родственных чувствах и любви, то настоящей любви всегда больше у той женщины, которая воспитывала ребенка. Поэтому она и является истинной матерью. А та женщина, которая рожала, не всегда является истинной матерью, потому что она может бросить своего ребенка и потерять такую квалификацию быть матерью. А обычно люди называют такую женщину, которая не рожала, взяла на воспитание, таким злым словом мачеха. Ну, то есть не родная мать. И когда женщина, ребенок вырастает, она ему признается, говорит: «Я тебе не мать». Это полная иллюзия, так говорить и думать. Как раз наоборот, та женщина, которая воспитывала ребенка, является настоящей матерью, а та, которая бросила и рожала, не является таковой. Поэтому не обманывайте своих детей, говорите им правду. Потому что ребенок иначе разочаровывается, страдает всю жизнь потом, становится несчастным. Так же, как и отцом является тот человек, который дает воспитание, образование человеку, любит его, защищает, а не просто тот, который подарил семя какой-то женщине, которая, допустим, родила этого ребенка. Я не против того, чтобы рожать себе детей. Надо еще доказать после этого, что ты действительно имеешь право быть матерью. Вот. Но рожать — это хорошо. Я за. Вот. Но надо просто понимать, что есть что. Что есть более возвышенные вещи, более важные в жизни человека, чем просто получить рождение. Хотя за это тоже надо быть благодарным всю жизнь, за то, что мы получили рождение от своих родителей. Это факт. В этом мире очень многие люди страдают. Главная причина страдания заключается в том, что у нас не хватает внутренней жизни. Мы не понимаем часто, что внутренние отношения, которые между нами, с другими людьми, с этим миром, они страдают, они разрушены, их надо восстанавливать. Когда человек имеет правильное, гармоничное отношение к этому миру, он становится счастливым. Даже если кто-то его не любит, даже если у него в жизни есть трудности, даже если у него нет работы, даже если у него нет семьи, вся проблема только в отношениях. Например, если женщина одинока, она отчуждается в результате этого одиночества от мужского начала. Она перестает верить в мужское начало. А одиночество возникает только потому, что она недостаточно глубоко, с уважением и с любовью сама по себе относится к этому мужскому началу. Часто женщины боятся мужчин или просто не понимают их, в чем их как бы часть, ну, в чем смысл жить в мужском рождении. Ну, если женщина не понимает мужчин, соответственно, никто ее не будет любить. В данном случае опять означает, что ей не хватает знания просто. Не хватает знаний о том, кто такие мужчины. Нужно служить мужчинам, заботиться о них, начиная со своего отца, заканчивая просто детьми, быть матерью, учиться. Когда женщина начинает любить детей, она становится способной создать семью. Ей привлекаются мужчины, которые хотят семью. Женщина должна любить детей. Да, женщина любит детей, любит людей, окружающих вообще весь этот мир. Ее любят все. У нее много друзей, она любимая всеми людьми вокруг. Если женщина любит отца или отрабатывает, очищает свою судьбу, связанную с отцом, то тогда Бог, сам Бог показывает ей ее мужа. Она получает возможность выйти замуж. Этот мир, он очень гармоничный, глубокий. Часто люди очень поверхностно к нему относятся. Они думают, что у меня просто нет возможности что-то иметь в жизни. Но эти возможности все есть. Нужно просто разобраться глубже в своей судьбе, понять, что происходит.
Например, я сейчас одной женщине рассказал, что ее сердце не пускает, не дает возможности иметь отношения. Надо раскаиваться в прошлых отношениях. Нужно очень чистую, светлую память сформировать в своем сердце по отношению к тому человеку, который был рядом. Потому что Бог не дает нового человека, пока мы не очистили отношения со старым. Некоторые думают, надо забыть этого человека, и тогда я смогу вспомнить другого. Это неправильное мышление. Мы не сможем никого забыть. Мы можем только очистить память о человеке. Чистить память. Когда мы очень с памятью, с хорошей вспоминаем человека, тогда Бог может давать нового, потому что ты свой экзамен этот уже сдал. А если ты предыдущий экзамен не сдал, тогда никого нового ты не получишь. Ты будешь жить в тех отношениях старых. Есть три способа жить в этих отношениях. Первый способ — не любить человека и помнить обиду, и страдать. Второй способ — пытаться забыть его. И третий способ — прощать, просить прощения, учиться любить и побеждать судьбу. Первый способ уничтожает человека, второй останавливает его в его жизни, а третий дает победу. Первый способ самый простой, проще всего всех ругать. Некоторые люди живут в этой чудесной стране в печали. Вокруг горы, хороший климат, люди добрые по своей природе, способны любить. Некоторые люди живут в печали. Почему они живут в печали? Потому что они не замечают ничего вокруг. Они замечают этих красивых гор вокруг города. Они не замечают этого чудесного климата, мягкого такого, доброго. Бог наделил эту страну добрым климатом. Поэтому люди добрые. Или наоборот, добрые люди приехали, по судьбе попали возможность, имеют возможность жить в добром климате. Надо все это замечать. Но некоторые люди не могут все это замечать, потому что есть одна причина на это, серьезная причина. Судьба заставляет человека сосредоточиться на боли. Когда человек чувствует боль в отношениях, в жизни, в здоровье, он теряет способность видеть все вокруг. Он думает только об источнике боли. И есть на то причина. Потому что это значит, что этот человек стоит перед сдачей экзамена. Но не все люди способны сдать экзамен, потому что многие из них не знают, как это делать. Сейчас мы с вами будем учиться сдавать экзамен. Для того, чтобы учиться, сначала кто-то должен помочь. Поэтому вы должны мне позволить вам помочь. Вы согласны с этим или нет? Потому что сейчас у нас с вами будут не отношения просто как лектора и слушателя. Мне придется немножко чуть повысить эти полномочия для тех людей, которые хотят помощи. Поднимите руку. Те люди, которым сейчас очень и очень плохо. Очень тяжело. Правда? Вы не выглядите так, что вам очень тяжело. У вас такая ситуация в жизни сейчас? Вам очень тяжело? Уже легче? Вам тоже? Кому очень тяжело? Все, кто подняли руки, можете выйти вот сюда, вот встать передо мной. Я сейчас буду повторять, я желаю всем счастья, слушать голос святого человека, и вы будете тоже делать так же, глядя на меня. Мы с вами будем строить такие взаимоотношения с целью того, чтобы вам стало легче. После этого я буду рассказывать, чем я занимался. Я сейчас, может быть, не помогу вам полностью, но я постараюсь дать вам веру в победу. Это тоже очень важно. Вам надо всем смотреть мне в глаза. Хорошо? А я буду сейчас очень сильно слушать голос молящегося человека.
Так как я обещал, что этот голос будет мусульманский, потому что мы будем слушать азан, призыв к молитве. Это как раз тема сегодняшней лекции. Надо учиться побеждать судьбу. А вы зря встали сзади. Вам надо всем подвинуться и дать ей возможность встать вместе со всеми. Вы стесняетесь? Кто из вас против того, чтобы звучала мусульманская музыка? Есть такие? Вы не хотите? И вы не хотите? А? Угу. Ну тогда мы не сможем этого сделать. Мы не можем делать так, чтобы людям было больно. Вы бы тогда хотели какую музыку услышать? Угу. Хорошо. Итак. Я сейчас включу хор братьев Спасо-Преображенского монастыря. Богородица Дева радуйся. Мы будем слушать эту музыку. Все остальные просто наблюдают за тем, что происходит. И я сейчас буду повторять, я желаю всем счастья. И вот эти монахи, которые будут петь, они будут давать мне силы, чтобы вам помочь. А вы тоже повторяйте, я желаю всем счастья. И помогайте друг другу. У меня только одна просьба к вам. Если вы почувствуете слезы, отчаяние, такой катарсис внутри, пожалуйста, не настраивайтесь на это. Не думайте слишком много о себе. Старайтесь думать о других, и тогда это все пройдет. Самое главное, чтобы энергия начала двигаться. Вам надо очень внимательно слушать голос тех, кто поет, и очень внимательно стараться желать счастья другим. Забудьте про себя, потому что главная причина страданий — сосредоточенность на себе, замкнутость внутри себя, которая заставляет человека страдать еще больше. Нужно разорвать этот круг, нужно думать о других сейчас, научиться это делать, и тогда вам станет легче. Все согласны с тем, что мы сейчас будем делать? Нормально? Возражений нет? Хорошо. Приступаем. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Я
Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Я Шивай, всем счастье. Шивай, всем счастье. Я 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 Шивай, всем счастье. Я
желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам всем. Кто-нибудь помогите микрофончик подать. Есть три стадии в преодолении трудностей. Первая стадия характеризуется тем, что вот здесь сердце стало спокойно. Вторая стадия, я скажу. Вторая стадия характеризуется тем, что человеку легко... Да, у меня не подключен компьютер, нужен шнур найти, где-то он здесь. Вторая стадия характеризуется тем, что... Человеку легче становится вспоминать события или ситуацию, которая его разрушает. И третья стадия победы над судьбой характеризуется тем, что человек чувствует, что он победит эту ситуацию. Хотя на нулевой стадии ему даже думать о ней тяжело. Не то, что чувствовать, что победит. Поэтому сейчас мы проверим, что произошло с девушками. Мужчины не встали, они смелые. Хотя есть и мужчины, которые здесь так же трудно. Это нормально. Поднимите руку девушки, которые почувствовали спокойствие внутри. Нет, не все. Дайте вот руку, вот, дайте трубку вот женщине, вот этой вот, которая здесь. А что вы почувствовали? Сейчас, секунду, секунду. Вы слушали голос тех, кто пел? А вы желали всем счастья в это время? Или думали о себе? Отлично, замечательно. Вспомните об этой трагедии сейчас. Вам легче вспоминать ее стало или нет? А вы о ней вспоминали во время того, как вы желали всем счастья? Видите, мы изучаем тему. То есть, видите, то есть вопрос включенности,
Если человек не включился, то результат может быть минимальным. Но это ничего страшного. Она просто увидела, что происходит, и потом она тоже будет учиться дальше. Это... Я знаю. Это нормально. Конечно. Поэтому и нет результата. Это нормально. Но я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Все нормально будет. Я очень счастлив вас здесь видеть. Вы смелый человек. Вышли, несмотря на то, что как-то сопротивлялись внутри. У кого еще не получилось, ну, почувствовать спокойствие в сердце из тех, кто стоит здесь. Как вас зовут? Еще раз? Женек? Жанек. Жанет. Я просто, у меня в ухе звук, я немножко оглушенный. Жанет, вы знаете, вам нет необходимости мне объяснять ничего, потому что вы для меня очень близкий, дорогой человек. Правда. Вы не думайте, что это просто слова. Я не воспринимаю серьезно то, что вы не смогли настроиться, а вы сейчас переживаете на этот счет. Ну, вы не переживайте, все нормально. Все нормально. Все хорошо у нас идет. Все по графику. Хорошо. А кто? Вы не стесняетесь, кто еще вообще не почувствовал спокойствие внутри? Может, есть такие. Это же нормально. Не обязательно все должны почувствовать. А вспомните события. Вам легче вспоминать его или нет? Видите, она дошла до второй стадии, и легче вспоминать события. А вы сможете его победить? Вот чувство такое есть или нет? Вы сможете победить ситуацию? Вот сделать так, чтобы она прошла ситуацию? У вас есть вера в это или нет? А, это поменялось, доза страха? Вот вы вышли сейчас, мы пожелали всем счастья, мы с вами пообщались. Это поменялось или так же осталось, как было? Угу, замечательно. А, еще кто-то, вот у кого прям совсем что-то ничего почти не произошло? Есть такие? Ага. Да. Угу. Нет, моя хорошая, все нормально, у вас просто большой объем работы. У вас тяжелая ситуация, я вижу вашу ситуацию. Вы хорошо включились, вам стало чуть-чуть спокойнее же, так? Посмотрите. А если вспомнить ситуацию, легче о ней вспоминать или нет? Так же, как было. Такое может быть, когда очень много работы, то и вы тем более трудились сами, до этого молились, вы, ну, трудно что-то сильно поменять. Это нормально. Вы не отчаивайтесь. Это нормально. Я вижу изменения. Я чувствую изменения. Я видел вашу трудность. Я настроился. Все нормально. Просто вы уже привыкли к этой ситуации. Думаете, что она непобедима.
ну, как-то внутри, уже очень сильно напрягла на вас. Но у меня другое впечатление. Я поработал с вашей судьбой и чувствую, что мы движемся вперед, все нормально. У меня другое чувство. А вот теперь вспомните о своей ситуации не с позиции того, что, своего опыта, а просто вот как сейчас все происходит. Еще раз подумайте о ней. Больно. Да, 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 так и есть. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Теперь, кто почувствовал сильную включенность? Кто вот включился хорошо? Ну, давайте с вами поговорим. В чем эта включенность выражалась? Как вы это почувствовали? А скажите, вам спокойнее стало? Да. А вспомните проблему. Вам легче стало думать о ней? Или так же, как было? Вспомните работу. Вам легче о ней думать? Да. Видите, вот мы сейчас говорим об этом. Хорошо. А вы чувствуете выход, что будет меньше работы или нет? Сейчас подумайте об этом. Выход есть? Есть выход или нет? Не знаю, а просто сейчас подумайте об этом. Есть или нет? Это называется вера. Смотрите, она говорит о своей вере. Мы сейчас изучаем тему. Она говорит о своей вере. У нее есть вера в жизни, она знает, что есть выход. А есть еще взаимодействие с ситуацией. Она сейчас не может взаимодействовать, потому что она не понимает, о чем я говорю. Вы сейчас свою ситуацию еще раз вспомните, связанную с работой. Вам легче ее вспоминать или нет? Со стороны, супер, отлично. А теперь вопрос. Вы чувствуете, вот опять со стороны наблюдая, что это пройдет, что будет легче потом? Вот еще раз понаблюдайте. Или не пройдет? Правильно, потому что вы третью стадию не пробили. Я специально вас спрашиваю об этом, потому что вы сначала сказали неправильно. У вас не было, ну, я увидел, что вы как бы не дошли до нее, а вторую вы... Замечательно. Давайте будем двигаться дальше. А кто еще чувствует достаточно сильное включение? Не стесняйтесь, девушки, мы сейчас помогаем всем разобраться. Кто из вас почувствовал, что хорошо включился, вот хорошо пожелал всем счастья? Есть из вас такие? Мы сейчас опытом делимся. Угу. Я хочу вас задать вопрос, вам спокойнее стало или нет? А подумайте о ситуации, память о ней легче вспоминать или нет? Точно? Прям вы уже вспомнили, успели вспомнить? Нет. Подумайте сейчас. Вам легче думать об этой ситуации? Да. Хорошо. А вот, ну как, вы победите? То есть вот как чувствуете? Хорошо, у меня к вам еще один вопрос. Вспомните опять ситуацию и в этой памяти почувствуйте, есть победа или нет. Вот теперь спасибо. Теперь уже вы сказали правду.
Хорошо. Кто из вас, вам всем надо вспомнить сейчас, кроме тех, с которыми поговорили о ситуации, вспомнить ее. Кто из вас почувствовал, что легче вспоминать, поднимите руку. А кто из вас не чувствует, что есть победа? Кто из вас, те, кто поднимал руки, кто из вас не чувствует, что будет победа? Есть такие? Вы не чувствуете? Угу. Я очень благодарен всем вам, кто вышел на сцену. Вы настоящие герои. Вот, вы мне очень сильно помогли. Спасибо вам большое. Можно всем садиться. Мне сначала было очень тяжело, потому что у каждого своя судьба. Мне надо было с этим работать. Я опирался на звук хора, и мне не хватало, все вместе с хором не хватало сил, честно скажу. И потом я начал вспоминать вот эту икону, думать о ней. Это ваш болгарский святой. Иоанн Рилскит. Да, там просто очень мелко написано. Я почувствовал его присутствие, и мне сразу стало легче. У меня изменился даже звук, я начал чувствовать, что все классно, идет победа. Вот, я оперся на его святость, как бы его сила начала влиять на ситуацию. То есть это удивительно, он удивительный святой, без всякого сомнения. Я это почувствовал. Для того, чтобы реально менять судьбу, нужен опыт. Нужно знать, что делать. И поэтому мы сейчас, я вам как бы показал, как люди включились. Не для того, чтобы вам чудо показать какое-то. Мы чудес не ждем. Наша цель заключается в том, чтобы разобраться в том, что делать. И сейчас я сам начал это делать, для того, чтобы вам это показывать. Я надеюсь, что вас это не сильно смутило. Это мы должны делать все так. Учиться помогать друг другу, учиться бороться с судьбой. И сейчас, сегодня мы будем с вами говорить о том, как это делать. Первое, что нужно понять, это то, что не нужно бояться этого делать. Не нужно бояться молитве, не нужно бояться, я желаю всем счастья на благо других для победы судьбы. И нужно знать законы, как это происходит. Первое правило, закон заключается в том, что человек по своей природе, душа по своей природе, она соединена. Ну, она как лампочка имеет вход и выход. Вход — это звук какого-то возвышенного человека. Нужно, чтобы на этот звук начать опираться. Нужно очень сильно настроиться, чтобы верить в этот голос того, кто рядом с вами вместе молится или что-то делает. А выходом является ваша святыня, которой вы поклоняетесь, какой-то святой человек. В данном случае для меня опорой стал вот этот святой человек. Я когда слушал голос и потом начал думать о нем, то у меня лампочка загорелась, то есть мне не хватало выхода, потому что я думал о девушках, чтобы им помочь, и моя энергия вся, она уходила, гасла в их сердцах. Мне нужна была какая-то помощь. Я вспомнил о нем, что он ко мне пришел сейчас вовремя как раз. И я через память начал контактировать с ним. Потому что о чем бы мы ни вспомнили, если мы вспоминаем очень серьезно, то мы достигаем объекта.